По данным Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области, 25 сентября 2020 года школьники из Тульской области приехали в аквапарк, сопровождающими их взрослыми. Во время купания в бассейне 13-летний мальчик стал тонуть. Взрослые поспешили на помощь подростку, вытащили его из воды. Однако проведенные реанимационные мероприятия не смогли спасти ему жизнь. Не помогла и прибывшая в комплекс скорая. Ребенок скончался. В настоящее время следователями в рамках организованной доследственной проверки проведен осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели, осуществляются иные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося и точной причины смерти подростка. В день гибели шестиклассника из Тулы в рязанских СМИ появилась информация о том, что мальчик не умел плавать и находился в бассейне без спасательного жилета. Позднее в тульских источниках опубликовали заявление главы администрации муниципального образования Узловского района Николая Терехова. Со слов чиновника, дети были вывезены в Рязань в период образовательного процесса без согласования с комитетом по образованию местной администрации. Кроме того, стало известно, что в аквапарк вывезли детей разных возрастных категорий – от 11 до 17 лет. Однако причина смерти и другие обстоятельства лишь предстоит выяснить. Аквапарк продолжает работу в штатном режиме. Следственный комитет и прокуратура проверяют обстоятельства, и в скором времени будет дана правовая оценка случившемуся и вынесено процессуальное решение. Олеся Котровская, Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».